Добрый день, дорогие друзья, компания MotoLife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Honda X11, аукционный номер 7844, последние цифры номерами 0739. Замечательный X, в довольно-таки неплохом состоянии. Есть мелкие, незначительные недочеты по пластику в виде потертости, но пластик весь целый, ровненький, бак также весь целый, без нареканий. Стоят тюнинговая выхлопная система. Так, вилочка была обслужена, поменены пыльники, сальники, все замечательно. Переднее крыло абсолютно целое, здесь небольшая потертость есть, покрышка на твердую четверку, стандартная фара хромированная в хорошем состоянии, ободок хром немного такой подспучился, родная приборка, немного такие потертости есть. Изначально на нем стояла маска, маску мы сняли, теперь он полностью в стандартном виде. Поменяли грипсы на новые, такие тюнинговые зеркала, рычаги, тормоза, сцепления, все целенькое у нас. Бак без недочетов, замечательно все. Здесь по пластику небольшие притирки видно были, крышечки все целые, подножки, лапки все целое, пассажирская, водительская, карбоновая труба выхлопная, сидушка без нареканий, не перешита, в хорошем состоянии, задний пластик весь целый, диодные поворотники установлены, стоп-сигнал целый, задняя покрышка также в хорошем состоянии, замена не потребуется. С этой стороны также второй глушитель также карбоновый в хорошем состоянии, цепь звезда, все отслужено, смазано, зубья не съедены, не потянуты, натяжка на середине подножки. Все целое, лапка переключения, есть боковая, центральная подножка. Бак с этой стороны без вмятин, здесь вот небольшой скольчик краски есть. В остальном никаких недочетов нету. Ну и по пластику вот тоже небольшие притирки есть, но пластик весь целый. Все ровненько, все хорошо. Так, по тормозным дискам ровный износ, никаких ребордов, ничего нет, все замечательно. Радиатор масляный, основной радиатор, все целое. Пробег не такой уж и большой на данном мотоцикле, всего 28 тысяч километров. Запускается, работает. Ближний, дальний пошелка. Коробочка переключается, все плавненько, мягенько. Нейтраль мотоцикл ищет легко. Более подробную информацию по нему можете узнавать у наших менеджеров.